Злоумышленник на автомобиле АК, подобно метеору, промчался мимо инспектора ГИБДД, едва не сбив его. Не снижая скорости, малолитражка, именуемая в простонародье «бешеная табуретка», на пределе своих скоростных возможностей пыталась скрыться от преследователей. Водитель не подчинился законным требованиям сотрудника об остановке, в связи с чем за ним было организовано преследование. В ходе непродолжительной погони правонарушитель, уходя от преследования, допустил наезд на препятствие, опору линии электропередач, после чего был задержан сотрудниками полиции. Помимо протокола об административном правонарушении, злоумышленнику грозит уголовная ответственность, поскольку ранее он уже привлекался за езду в нетрезвом состоянии. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.